весна. Ну еще прохладно. И наконец-то мы в поле. Всем привет, народ. Как вы там? Кто копает уже? Выехали на очень интересное место. Мы тут уже 4 года пасемся на этом поле. Сильно его показывать не буду, потому что были очень хорошенькие желтенькие монетки здесь. И иногда заезжаем его проверить. Вот иду. .73-74. На 900-м это серебряный сигнал. Вот смотрите, я даже не копал. Даже не копал. Вот она. Прям сверху. Трактор выпахал ее. Серебрушка. Десятка. Вот не видно. Сейчас мы ее чуть-чуть в прямом эфире. Опа, завалилась. Завалилась она у меня. Уже вывалилась. Да, это десяточка. 16-й год, по-моему. Видно? Не все мы еще тут выгребли тогда, в прошлый раз. Прям выпахано сверху было. Идеально. Начало положено сегодня. Начало положено. Будем ходить. Что-то камера не успевает перенастраиваться. Сейчас еще что-нибудь найдем. Сигналов на этом поле очень мало. Выбито все. Но сигналы на поверхности. Очень много металла. Где твоя пуговица? А, точно. И вот он металл. Вот они, осколки какие-то лежат. Вот они. Металлом прям все засыпано. А это что у нас? Это у нас поверхностный сигнал. И нет, она лысая. Она совсем лысая. Ну, хоть что-то, Евгений Михайлович. Ну, да. Я вас поздравляю с находкой. Да, да. А это, наверное, старые бороны, кованые еще. Такие прям штыри. Почти копья. Так, все, мы передвигаемся в другое место. Тут маловато уже. Все выгребли. Сместились мы в другое место. На нашем любимом поле уже нет сигналов. И вот тут вдоль балки были холмики. Но мы тут давно не были. Очень давно не были. Еще я был последний раз здесь с теркой 705. И сейчас вам покажу сигнал. Такой пробочный сигнал. Интересный. И что-то вы, по-моему, жетон какой-то. По-моему, какой-то жетон. Не глубоко. Меньше штыка. Чувствую, легкий алюминиевый. Герасия. Франция. Что-то короче, не силен я в прочтении этих. Вижу топор, вижу колосья. Монета. А почему алюминиевая? 1943 год. Разве в 43-м году уже были алюминиевые монеты? Два чего-то. Два франка. Прикольно. Вообще прикольно. В основном гильзы, проволока здесь. Гильзы, проволока, какой-то шмурдяк. Ну и вот такая штука мне попалась интересная. Надо этот пятачок сейчас более тщательно выходить. А, ну, тут был Николай, и были ранее советы. И много-много гильз. Сегодня мы с 900-м. И у меня, и у Евгения Михайловича. Обновился Женя. Новенький. Уже распечатал одну монетку, поднял.
Удачи ему. Ну, я думаю, надо обмыть, чтобы на золото. Вот чтобы золото было, надо обязательно его обмыть. Евгений Михайлович. Обязательно обмыть. Ну, а я вот только зашел на поле, и у меня здесь где-то кругляшок. Подожди, куда я его дел? А вот он. Вот он кругляшок. Тут. Да, это советина, да, пятак. Он, правда, ушатанный. Очень ушатанный. Размером пятак. Ну, посмотрим. Вот здесь вот была целина, были заросли. Ее распахали. И мы сейчас попробуем проверить, что здесь было. Ну, возможно, будут медальки какие-нибудь или значки. Тут еще никого не было. Сигналов просто куча. Всякий хлам, конечно. Ну, хлам такой интересный. Вот, допустим. Видно? Эриксон и компания. Петроград. А? Алюминий, но алюминий еще царских времен. С ятями. Очень прикольно. Распашечка была вон туда, метров на 500. Дальше. А здесь была целина. Смотрю, в этом году и здесь убрали весь хлам и распахали. Надо проверить, не посажена ли пуля, а то нас сейчас фермера здесь возьмут за одно место. Уехали мы с того поля, со свежей распашки. Зашли, копнули пару раз и увидели, что поле засажено. Мы не будем портить настроение фермерам. Свалили. Подождем. Подождем осени. Приехали в другое место. Вот он холмик. Вот он. 100 раз были уже на этом холмике. И всегда поражает. Каждый раз приезжаем, и есть сигналы. И вот буквально 5-7 минут хожу. Вот. Какая-то крышка. Четкий, хороший сигнал. Хотя тут выхожено уже 100 раз. И вот еще кусок бронзы или латунь, что это. Тоже хороший, четкий сигнал. Поэтому старые места у нас сегодня. Ностальгический такой коп. Мы с Евгением Михайловичем объезжаем старые места. Монет нету, но просто ездим, общаемся, кайфуем. Может, что-нибудь попадется. Смотрим, где что распахано, где покошено. Недалеко от города. Подхожу в машине, собираемся переезжать. И такой неглубокий он. На полштыка ямка. Что там? 77-78. Евгений Михайлович, надо было позвать тебя, подарить тебе сигнал. Надо было? Ну, ты был далеко. Я был далеко. Ты знаешь, это пул? Кто? Татарин. Татарин? Орда. И посмотри, какой красивый. Это что? Ага, и зверь, по-моему, вон есть у него. Зверь влево. Сейчас, подожди, сейчас я. Да, это орда. На соседнем поле было, здесь не было. Удивительно. Прикольно. Уже хорошо, уже радостно. Наше сегодняшнее путешествие продолжается. И посмотрите, какая красота. Излучина реки. Там вот такое обалденное поле. Засаженное зимкой. Возможно, вон там была древняя переправа. Вон там, где стоит машина. Чуть ближе. Места просто шикарные. Красивые места. Ну, мы поедем дальше. У нас сегодня еще одна точка осталась. Древний хуторок надо проверить. Находок сегодня мало. Мы просто сегодня ездим, кайфуем. Мы закончили. Время обеда. Выскочили так, недалеко от города, на несколько часов развеяться. Продолжу, наверное, это видео на следующем выезде, потому что находок мало. Находок совсем мало сегодня. Ордынский пул. Десяточка 16-го года, 1916 года. Мертвый пятачок.
раннесоветские, лысая пуговица и 2 франка 1943 года. Дальше вот такая бутылочка на распашке попалась, целая. Наверное, была аптека раннесоветская. Часть портсигара самодельного и вот это вот Эриксон, фирма Эриксон. Подозреваем, что начало 20 века. Вот и все. Выезд короткий, но отдохнули хорошо, развеялись. До встречи в следующем видео. Продолжение копа через несколько дней. Место сильно светить не буду, а то меня некоторые матерят уже, а некоторые хвалят. Одни говорят, зачем ты много показываешь, а другие говорят, больше показывай и все такое. Короче, мы в полях, всем привет. Находок мало, ходим уже много, что вот здесь вот на пахоте, это с пахоты принесли. Сашку копеечку Николаевского периода. Ну, обычная российская монета. Но здесь вот на целине, рядышком, совсем в нескольких метрах, вот такая красота. Он какой-то покоцанный, погрызанный, но это то, что надо. Это то, зачем мы сюда приехали. Находка не моя, конечно, но все равно она радует. Сил полно, бодрости через край. Сейчас что-нибудь еще накопаем. Наконечники здесь были. И не только. Находки все интереснее и интереснее. Ну-ка. О! Да и большой какой. Кусок дирхема. Да? Они здесь есть? Они здесь были и еще есть. Жаль, целых уже не осталось. Все выбили. Отлично, значит, надо еще здесь покрутиться. Кстати, вот он там был поднят наконечник. Говорил я ему, крути здесь лучше. Вот буквально 2 метра. Ну, бывает. Лошара. Кое-кто лошара. Держи. Так, мы сместились на другое место. Сильно его светить не буду. Единственный минус, что здесь стерня и ветер. Но тем теплее, чем было на предыдущем месте. И вот выскочила вот такая вот монетка. Я не знаю, что это такое. Но предположительно, что-то такое Рим. Подражание Риму или антика. Но надо чистить, смотреть. Прикольно. У нас в Донских степях такие монеты. Но они здесь есть. Обалдеть. Ходим дальше. Может быть, что-нибудь еще поинтереснее выпадет. Мы собрались переезжать в другое место. И уже на подходе к машине выскочила вот такая штучка. Вот с таким интересным орнаментом. Патина такая древняя, малахитовая, зеленая. Что это? Древний Рим? Может быть, Орда, кто знает. Кому встречался такой узор? Она с утратами, легкая очень. Возможно, конина, возможно, накладка на пояс или одежду. У нас еще осталась одна точка. У нас сегодня новые места. Проверим и будем закругляться. Находок сегодня мало. И ветер сильный поднялся. Не очень приятно ходить в таких местах. Мы закончили сегодняшний выезд. Больше был разведывательный. Заезжали в кучу мест. Но находок мало. И похвастаюсь то, что нашли. Из хорошего, из самого кайфового. Это, естественно, вот этот наконечник. Возможно, кемерийцы, скифы, сарматы, саки. Часть бронзовой серьги. Советина. Видно, там что-то как-то снимаю. Советина, Николаевская копейка. Еще одна советина. Вот такие вот накладочки поясные, пряжечки. Такие древние. Советина 52-го года. Пряслица, заготовка под пряслица. Пуля интересная, большой калибр. Конина. Вот эту пряжечку я уже показывал так. Ну и в принципе все. В принципе все, находок очень мало. 2 выезда соберу в одно видео и покажу, что нашли. Не всегда находятся кошельки хорошие, не всегда хорошее серебро, золото.
То нашли, то и показываем. То есть то, что купили на Алиэкспресс, то и показываем. Такие дела. Скоро уезжаю в отпуск. Копать не буду, выезжать, наверное, недели 3-4 целый месяц. Ну, поеду транзитом 2-3 страны будет. Буду выкладывать короткие видео. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Жаль, не могу с собой взять туда прибор. Далеко ехать, тащить. Поэтому поеду налегке. Всем спасибо, что смотрите. До встречи в полях.